Записаться на прием к врачу теперь можно в любой из библиотек городского округа Люберцы, сообщает портал РИАМа со ссылкой на главу округа Владимира Ружицкого. При этом вам обязательно помогут разобраться с новыми правилами обращения в медицинские учреждения. С 1 сентября больше нельзя записаться на прием к врачу через привычную регистратуру. Ее просто не существует, упразднили. Теперь во всех медицинских учреждениях области установлены электронные системы, инфоматы. Также записаться к врачу можно через единый колл-центр или портал госуслуги. Однако некоторым гражданам, особенно пенсионерам, разобраться со всеми нововведениями оказалось сложно. Поэтому было принято решение, что с 21 сентября каждый житель Люберец сможет записаться к врачу в любой из 15 библиотек округа. Там он может рассчитывать на бесплатный доступ к интернету и помощь библиотекарей. Необходимо только быть прикрепленным к поликлиническому отделению и иметь при себе полис медицинского страхования. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.